Друзья, всем привет! Я нахожусь на основном аккаунте. В последнем ролике я слил кубки, играл арбалетом. Я не знаю, смотрели вы уже новый стрим, либо хронология, возможно, видео будет не совпадать. Возможно, на моем аккаунте же больше кубков, я не знаю просто. Но прежде чем начать, я бы хотел рассказать об интересном приложении Amino. Это приложение, где множество сообществ по разным интересам. И одно из них посвящено игре Clash Royale. Тут у вас есть возможность обсудить различные теории, посмотреть фанарты, присоединиться к общему чату и пообщаться в голосовых. Совместно посмотреть видео, пройти викторины, опросы и многое другое. Самое главное, что Amino — это полностью бесплатное приложение без назойливой рекламы, в котором вы сможете найти большое количество новых друзей с общими интересами. Также, кому интересно, вы можете добавить и меня. Всем буду рад, а ссылочку на это приложение я оставлю в описании. Я записываю сразу ролик после того, как слил трофеи. То есть тот ролик выпустил и сразу включил запись следующего. А выпущу видос не в тот же день, когда записывал. Ну то есть хронология может немножко не совпадать. Возможно, вы уже смотрели стрим, я взял 5500, не знаю, поэтому не удивляйтесь, что у меня снова 5200, да? Значит, сегодня прокачаю ледяного колдуна на 5 уровень. Ставил вот такую вот деку, надеюсь, что будет минимум поражений. Не буду тянуть, поехали прокачивать ледяного колдуна на 5 левел. А чё я так прокачал, типа, ну, прокачал, как будто, не знаю, комонку на 9 уровень. Как будто турнирную прокачку сделал. 5 левел, друзья, 5 левел, ледяной колдун, пожалуйста, поздравьте меня. Я хочу сейчас вам показать свою прокачку легендарных карт. Вот, немножко похвастаться, да и самому хочу просто сам посмотреть. Блин, ну красиво, вот когда уже переходит предел с эпиков на леги, и тут ты видишь какие-то карты максимум, это солидно смотрится. Все, возвращаемся к колоде, и поехали в глобал, мне нужно вернуть кубки. Так, что тут у нас? О, проиграл, случайно проиграл. И, внимание, минус кубки, 4900, вот так я могу с 5500 скатиться до 5185. Короче... Это все говно. Я вот сейчас настроился очень серьезно. И вот сейчас вообще, вот у меня вот сейчас реально вот, вот все это. Сейчас вот. Ой. Держимся. Так, 13 уровень. Привет. Привет, друг. Давай сыграем с тобой в игру Clash Royale. Это самая лучшая игра. Так, сейчас мы смотрим. Короче, это... Ой, а что ты не играешь? А нет, ты играешь, все хорошо. Поехали. Так, сейчас все будет... Ой, блин, ну тут, слушай, ну, друг, ты тут, короче, потеряешь гоблинов, ну ничего. Так, ты с мортиры играешь. Окей. Окей. Ой, а что, темного принца пропустил? Блин, ну нехорошо. Нехорошо, так. Тут мы мега-миньона выпустим. Мегаминдион должен задефать. Прекрасно, все, 1700 хп у него, значит, я победил. Это моя логика. Вот. Ну что, я поставлю... Блин, ты не даешь мне поставить сборщик эликсира. Можно я поставлю, наверное, на другую сторону поставлю? Ок, спасибо. Так, я поставил, хорошо. Теперь просьба не трогать мой сборщик. Да, все отлично, ему нечем его контрить. Сейчас будем его за это, ну, наказывать. Потому что, ну, как это ты играешь с мортирой и не взял ракету? Ну, ты что, ну, совсем дебил. Так, поехали, гигант. Давай, я жду атаку с хогом сейчас. Давай. Так, мы сделаем вот так. И вот так сделаем, вот так. О, ух ты ж, блин, хога что-то занесло. Ничего. Такое тоже бывает. Давай, орду-мух. Я жду орду-мух. Готовим сейчас зап. Давай. Орду-мух. Ну ладно, нету орды-мух, зато поставим сейчас сборщик эликсира. Правильно. Ставим сборщик эликсира вот сюда. Ой, кстати, я сейчас зря поставил сборщик эликсира. Уже двойной элик. Ну ладно, ничего страшного. Забрасываем гиганта. Поехали. Здесь забрасываем, короче, принца. Какой страшный у нас соперник. Тут мегаминьон. Хорошо. Так, тут у нас ледяной колдун. Сейчас будет банда гоблинов, естественно, потому что, ну, у меня ж колода байт. Так, здесь у нас торнадо будет. Ой, а что такое, проигрываем? Да ну, зачем вы проигрываете?
Блин, вы вот заметили, я только взял что-то подобное моей деке, и все, и просто нет шансов. И только я меняю колоду, и у меня такое ощущение, что кроме этой деки ничего не тащит. Но это та же дека с големом, только я взял гигант. Ох. Ну просто Poison здесь реально не нужен был. Вот он ни о чем здесь, Poison тот. Вот куда лучше сборщик. Хотя я не знаю, если бы у него было чем контрить сборщик, я сомневаюсь, что я был бы такого же мнения. Короче, мы вернули 5200, пацаны, мы вернули 5200. Как это классно, как это мило. Поехали дальше. Поехали дальше. Блин, я охренею, как можно было так слиться? Ладно, я не знаю, когда будет стрим, где я буду возвращать кубки. Думаю, что... ну, после того, как выйдет этот ролик. Чё? Или, а может, уже и был стрим этот, я не знаю, посмотрим. Посмотрим, друзья. Так, банда гоблинов, я ее игнорирую, потому что... я не знаю, почему я это делаю. Спеллбейт. Потому что против меня спеллбейт. Все, все, все пазлы сошлись. Так, готовим сейчас, короче, зап. Готовим зап. Сейчас, смотрите, вот так вот готовим зап. Пау, хороший зап. Так, ну, вообще ни о чем зап, на самом деле. Лучше бы ты его не тратил. Так, скорее всего, это гнида еще с ракетой. Ну, по идее, с ракетой. Так, здесь мы выбросим мегаминьона. Готовим сейчас торнадо на гоблинскую бочку. Я вот, да, вот она, гоблинская бочка. И, скорее всего, этот пету... А, нет, все правильно, он выбросил ее как надо. И я активировал еле-еле главное здание. Сейчас я поставлю сборщик эликсира на правую башню. Потому что слева что-то мне... хотя, да, даже если ракета, можно немножко ему дать, ну, такую фору. Вот, ну, чтобы он покоцал мою правую башню, потому что, ну, а что она фуловая стоит, так как, ну, блин, слева я уже почти потерял, а справа вообще урона нанести не дал. Вот так вот сейчас нормально, вот сейчас вот сбалансировались. Так, хорошо, значит, теперь мы делаем вот так, поехали. Так, у него, значит, инферно, и все, и моя атака, в принципе, ну, провалилась, то есть я не знаю, что я сейчас буду делать. Окей, значит, посмотрим, смотрите, сейчас, короче, будет супер-пупер тактика. Так, смотрите, 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 внимание, внимание, так, так, зап, оп, отлично, тикс. Давай, 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 давай. Так, так, и вот так. Ну, конечно, урон прошел, все дела, но ничего страшного. Мы зато переходим сейчас в жесткую просто контратаку. Мне прям реально его сейчас аж жалко. Просто настолько жестко мы его сейчас будем разрывать. Так, смотрите, какое топовое торнадо. Просто это торнадо от холдика называется оно. Так, вот сейчас неплохо, кстати, неплохо он задефал. Thanks. Тут гигант, чтобы хотя бы одна... О, всех гоблинов словили, как классно. Так, здесь мы забрасываем темного принца. Здесь мы забрасываем мегамульона. Так, здесь мы подтягиваем в торнадо всех просто. Так вот, вот, вот так всех, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, ждем, ждем банду гоблинов. Не, не будем запать, потому что, ну, камон. Потому что, ну, камон. Нормально, да, я объяснил? Так, поехали. Поехали, поехали. Такс. Урон, конечно, нежелательно пропускать, но, как бы, ну, ничего страшного. Так, здесь у нас мегаминьон. Здесь у нас торна... Ты что, идиот? Ты бы сейчас принцессу уничтожил. Да, я идиот. Ай, блин. Зап. Хорош, хорош. О, смотрите, хп сколько. Так, сейчас должны лететь ракеты уже. Вот, вот, Ким Чен Ын уже ракету одну выбросил. Так, и... И снова вернулись на 4900. Я это люблю. Да ну, спеллбейт, контра. Ладно, да говно это все, не контра, просто я дебил. Ох, нихера себе, ты такой категоричный, сразу мортиру, вот даже вот не познакомились, сразу вот раз и мортиру, сразу в атаку. Ну ладно, окей, поехали. Давай, чё ты на это скажешь, а? Вот чё ты на это скажешь? Чё мне твои летучие мыши? Чё мне твой мини-пека? Чё он мне сделает? Чё он мне сделает? Ты знаешь, кто у меня бустер мой? Ты знаешь, кто он?
Все. Я больше урона нанес. Так, давайте сейчас, короче, воткнем сборщик эликсира. Мини-пек, а чё у него там за колода-то? Чё, с шахтером? Не? Чё, мегамульон опять? Чё? Чё? Чё это вообще такое? Чё это? Капец. Вот это трэш. Так, торнадо. Торнадо вообще втащило нормально. Так, давайте мегаминьона сольем. Знаете почему? Потому что поставить сборщик хочу, да. Так, теперь смотри. Смотришь? Смотри. Теперь мы сейчас... Видел, да? Видел, как я его забайтил на мортиру? Ставим, короче, вот так. Закидываем, короче, удочку. Так, пип-пип-пип-пип-пип-пип. Так, угу, зап, хорошо. Прекрасно, шикарно. Идеально, одну тычку только сделал этот гик. Мы, наверное, еще поставим один сборщик. Ну, мне всегда мало, вот, всегда мало. Вот. Я зажрался, у меня три сборщика. Вот, поехали. Отличная игра. А что, понимаешь, да? Что, понимаешь, что тебе сейчас просто придет... Блин, как бы это без мата сказать? Хорошая мортира. На сборщик, что ли? А, нет. Братан, да не, ну ты чё? Серьезно? Серьезно думаешь, что так это работает? Так. Ой, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Я не знаю, ну да ладно. Так. Смотрите. Это, знаете что? Это безысходность. Так, зап. Отлично. Это безысходность, друзья. Сборщики дали о себе знать в конце. Да, а до этого вы просто и не знали про сборщики. Ну все. Смотрите, вот сейчас самое главное... Самое главное... Сейчас... Так, сборщик эликсира поставить, потому что, ну... Он сдаст о себе знать. Фух. Не, я кроме голема ничем играть не буду, потому что, ну, видимо, вот эти руки, они крюки, и големам не нужен скилл и мозги, а, наверное, у меня этого нету. Все, друзья, на этом буду завершать. 5200! Уф! Было сложно, и это с учетом моей плохой прокачки. Если бы была у меня прокачка получше, я бы, конечно же, повыше сидел. Вот с этой прокачкой я смог взять 5200, мужики. Вы не представляете, как это было трудно. Вот, подписывайтесь на канал, здесь много чего полезного, интересного, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.